По решению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова с текущего года в республике предоставляется единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей семьям, где появился второй ребенок. Для ее получения нужно всего лишь обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. На данный момент более 330 семей в Карачаево-Черкесии уже подали такие заявления, и средства по ним уже направлены в районы для последующей выплаты. Наибольшее количество заявлений на получение выплаты подали семьи, проживающие в Черкесске. Напомним, что это стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». После рождения ребенка, второго ребенка, они в течение 3 лет имеют право обратиться с заявлением в управление соцзащиты. Можно сразу после рождения обратиться за получением данной единовременной выплаты. Если по каким-то обстоятельствам они не успели, не успевают, то в течение 3 лет им положена эта выплата, они имеют право обращаться.